чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России. Клянусь! 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 В торжественной атмосфере 12 саровчан официально вступили в ряды юнармии. Ребята поклялись в верности своему отечеству, пообещали стремиться к достижениям в учебе и спорте, стойко преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. Основная цель – это военно-патриотическое воспитание молодежи и подготовка к службе в рядах вооруженных сил Российской Федерации. То есть самое главное, для чего ребята ходят, занимаются, постигают военные науки, учатся защищать свою родину. По всей стране тысячи активистов носят почетное звание юнармейца. В Саровском отделении организации более 130 человек. В школах нашего города действуют 5 юнармейских отрядов и 2 военно-патриотических клуба. Во время посвящения ребята получили нашивку, значок и личную книжку, в которую записывают все достижения будущих защитников Родины. Ульяна Зарубицына – заместитель командира отряда «Барс» 5-й школы. Присяга стала для девочки важным этапом, которого она ждала уже давно. Школьница рассказывает, что программа занятий их объединяет. Соединение очень обширное. Мы ходим строевым шагом, разбираем автомат Калашников, одеваем противогаз, ОЗК, потом знамя носим. Я стала командиром отряда, теперь замкомандира отряда. И мы скоро поедем на Зорницу, и я очень рада этому. Любой желающий может вступить в юнармию. Для этого нужно написать заявление, заполнить анкету, пройти медкомиссию и сдать 2 фотографии 3х4. Уже сейчас юнармейцы активно участвуют в организации празднования 75-летия победы над фашизмом. У школьников проходят репетиции по строевой подготовке. Свое мастерство ребята продемонстрируют на параде 9 мая. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.